Мокик Орион. Мокик Орион разрабатывался по оборонному заказу для тружеников села. Уникальная геометрия рамы позволяет перевозить крупный рогатый скот и другие туши парнокопытных. Однако мокик пригоден и для перевозки людей. На удлиненном сиденье возможно разместить двух доярок среднего звена или одну передовицу с коромыслом. Чтобы сделать мокик полностью автономным, инженеры разработали специальный двигатель, работающий на обогащенном навозе. Когда разработка сошла с конвейера, инженеры с удивлением обнаружили, что создали клон знаменитого кабловского двигателя 139 FMB. Его решили оставить. Несмотря на утилитарное предназначение мокика, мы можем разглядеть в нем и смелые дизайнерские решения. Например, выхлопная труба сделана расклешенной в стиле диско 70-х. Тормозная лапка и переключатель скоростей револьверной коробки передач сделаны удобными, большими, чтобы можно было управлять мокиком в валенках и резиновых сапогах. Чтобы проверить надежность и маневренность мопеда Орион, мы провели ходовые испытания на боевом полигоне. Мокик Орион – это Т-34 в китайском исполнении. Thank you.